Всем привет! Вы на канале «Правильный выбор». Сегодня мы рассмотрим кофемашину от компании Philips EP5040. Ссылки на актуальные цены будут в описании к этому видео. Я очень старался собрать всю информацию о модели, проанализировать отзывы пользователей, написать сценарий, записать звук и сделать монтаж. Очень надеюсь, что вам понравится и вы поставите лайк, а может даже подпишитесь на мой канал. Дисплей LED, управление кнопочное, объем 1,8 литра, объем контейнера для зерен 250 грамм, высота чашки 150 мм. Герметичная конструкция нового типа сохраняет свежесть и аромат кофейных зерен, а также делает работу мельницы менее шумной. Жернова кофемолок изготовлены из непревзойденно прочной высокотехнологичной керамики. Жернова бережно перемалывают свежие кофейные зерна, не перегревая их и сохраняя весь вкус и аромат. Срока службы жерновов хватит не менее чем на 20 тысяч чашек кофе. Специальную крышку для Latte Go можно использовать для простого и удобного хранения в холодильнике или при комнатной температуре. Размеры кофемашины – 34 см в ширину, 22 см в высоту. Глубина – 43 см, вес – 7,2 кг, цвет черный. Готовьте множество напитков для любых случаев. Бодрящий эспрессо, классический кофе или кофейный напиток на основе молока. С помощью автоматической кофемашины вы быстро и без лишних усилий сварите идеальный кофе. Попробуйте свои силы, экспериментируйте и изобретайте новые сочетания. Чтобы настроить объем любого напитка, нажмите и удерживайте кнопку напитка, пока на дисплее не отобразится значок памяти «Мемо». Нажмите кнопку «Ок», когда чашка будет заполнена до нужного уровня. При приготовлении напитка по особому рецепту выбранный уровень крепости сохраняется автоматически. Фильтр для воды AquaClean. Запатентованное решение, фильтр для воды AquaClean улучшает качество кофе, очищая воду. Также он предотвращает скопление известкового налета в контуре подачи воды. Регулярно меняйте фильтр, чтобы готовить до 5000 чашек кофе без очистки кофемашины от накипи. Очистка. Варочная группа – это основной элемент любой автоматической кофемашины, который необходимо регулярно очищать. Съемную варочную группу можно тщательно очистить, просто сполоснув под струей воды. Капучинатор Latte Go. Насладитесь кофейными напитками с нежнейшей молочной пеной. Капучинатор Latte Go на высокой скорости взбивает молоко в круглой камере, а затем подает нежную пену прямо в чашку без разбрызгивания и при оптимальной температуре. Система подачи молока состоит из двух элементов и не включает ни одной трубки или скрытых компонентов. Ее можно очистить менее чем за 15 секунд, просто промыв под краном или в посудомоечной машине. Термоблок. Забудьте о едва теплом кофе. Термоблок кофемашины быстро нагревается, поэтому даже первая чашка будет горячей и ароматной. Больше не нужно ждать. Готовьте горячий кофе и капучино для всей семьи. Секрет заключается в легком корпусе из алюминия и нержавеющей стали. Он быстро нагревается до нужной температуры. Давление помпы 15 бар. Потребляемая мощность 1850 ватт. Отзывы на данную модель кофемашины я не нашел. Если вы являетесь обладателем данной кофемашины, то в комментариях к этому видео вы можете поделиться своим мнением об этой модели. В описании под видео вы найдете ссылки на лучшие цены этой кофемашины. Надеюсь, я помог вам сделать правильный выбор. Не забывайте поставить лайк и подписаться на мой канал. Всем пока!